Всем привет, ребят. Сори за видосик со звуком. Там чисто не от меня зависело. Там просто в OBS я автоматически понизился уровень звука. Решаю вопросы со звуком. Скоро у вас будет все топово. Но сегодня у нас, как обычно, максимальный топовый обзорчик. Возможно, силу поднимем. 750к вкачаем сейчас или уже на утро. Я докачал сегодня скины. Докачал полностью все скины на башни, на ратушу, то есть у меня уже все на максималке, как видите, силушка здесь у меня просто космически растет. Там ближайшие соперники, не знаю, посмотрим. Догоняют, не догоняют. Но думаю, вряд ли. Покорили мы этот сервер, да. 110 тысяч разница, 115 будет. Так. Бесплатная попыточка, и сразу же имбище просто нам выпало, ребята. Это самый топовый герой. И сейчас мы поговорим с вами, а вы напишите потом в комментах мне обраточку, что вы думаете. Короче, поехали. Забираем плюшечки, как всегда. Докачиваем несколько героев. Просто изи, ребят. Это чуть-чуть больше, чем большой пак. Это просто жесть. Тут есть 30-дневный бонус. За 20 баксов тут, короче, топовые итемы дали. Плюс 300 самов ежедневно. В общем, вот как-то так. 30 дней. По 300 самов, 9000 на халяву фактически. Плюс вы еще получили. Плюс куча плюшек. Поехали, пробуем получить скин на Розалинду. Я вам покажу, там пересниму тактику с Розалиндой, немножко у меня зафейлилось видео, либо переделаю то, что есть, потому что там очень много полезной инфы. Многих бомбит то, что проблема будет Минотавром вынести. Ребят, есть другие герои помимо Минотавра, и они будут скоро у всех, и есть свои нюансы. Здание можно разбивать без Минотавра в 4 героя, любую базу. Возможно, сейчас я вам покажу. Это сейчас посмотрим. Давайте попробуем открыть. Так, 10 осколков. Сколько у меня всего? Такс. Где там? Всего 30. Ну, заставляют нас делать плохие дела. Сейчас будем врубать админ-панельку. В общем, какие нюансы? Есть такие герои, которых при наличии ремки офигенные скиллы, и если выпустить их с разных сторон, нифига вас не спасет, никакие прокачки, и я сейчас постараюсь вам это показать, но потом уже на битве гильдии это все покажу, потому что видосик я не хочу делать резиновым. Такс, что тут у нас? Супер. Такс. Пробуем получить, блин, этот скин на Розалинду. Я уже запарился, честно говоря, уже 30 с чем-то сумок этих открыл. Нифига он не падает. Как знаете, как нарочно. А завтра будут продавать. Так, еще десяточка, ребята, 10. Есть, ну наконец-то. Все, можете меня поздравить. У меня наконец-то есть скин на эту имбу. Кстати, сейчас посмотрим, что у нас было на битве гильдий. Я вам не открою, наверное, видосик. Тот у меня вчера было там 25 прохождений. Вот 35. И дофига слива. Ну вот 55, 53, там остальное. В общем, слива где-то так 15-20. Очень много посливались. Вот это вот последние уже попроходили. Я немножко поменял деф, ну реально все очень печально было. Не знаю, почему так, но сливал немерено. Наверное, скорее всего, из-за того, что у меня на базе стояла именно эта имба. Так, где там она? Вот так вот, поехали.
Зачекиним ее скин. Так, окей. Let's go, посмотрим, что там такое. Что она может. Вот так вот она теперь выглядит. Смотрите, такое, ну, блин, прикольненько смотрится, конечно, она. Реально обалденный герой, я вам уже это показывал не один раз. Посмотрите, что делает. Ну, просто тупо мега имбище. Это с учетом того, что у меня она с порочным пактом. Ну, видите, на хроне просто тупо слилась на отражалке. То есть, такой вариант не ахти. Максимальный урон, это понятно, я просто для теста вам сделал. Видосик, конечно, кайфовый, но со звуком лажа, поэтому, сори. Короче, поехали дальше. В общем, скин вы увидели. Реально, реально очень-очень крутая героиня. Блин, такой лазик. Ну, еще раз посмотрим. Она и так, в принципе, была красиво нарисована. Зачем они сделали это, не знаю. Но все равно, в любом случае, неплохая. Так, смотрим. Ну, вот так вот она выглядит. Круто. Так, окей. Изменения скина вы увидели. Поехали, покажу вам, что дают максимальные прокачки скинов. Смотрите, 10-е все. Видите, я вот их еще утром вчера докачал. Точнее, вечером, но уже не заснимал видос. Хорошо, что не заснял. Вот максимальный скилл, который работает, как видите, неплохо. Понижает атаку на 25% и скорость передвижения на 35%. Все герои в радиусе действия. Этот наносит 6000 урона 0,5 секунды. Ну, 6000 урона, мне кажется, это такое. Ну, не знаю. Не особо, наверное, интересно, но мы сейчас попробуем снять весь деф. И вот тут вот то, о чем я говорил. Я думаю все-таки сливать некоторых ронинов и восстанавливать гарнизон. Я пока что не определился, какие башни, потому что стрелковые сами по себе, вот посмотрите, по жизни. Плюс 255 тысяч, 400 тысяч, а такие магические 320, меньше. Ну а сама ратуша дает 750 тысяч, ребят, 750. И она выносится тоже, кстати, очень-очень налегке. Как я вам тоже покажу. Давайте запустим волны, не знаю, даст запустить, не даст. Давайте волну АА. Вот видно, да, как они замедляются. То есть, такого вот плана все. Так, дракоша, дракоша. А теперь попробуем другой скилл на урон. Для того, чтобы это было более эффективно, теперь нужен гарнизон. Вот в этом вся дилемма и весь вопрос. Так, окей, поехали еще разок. Смотрим. Сейчас должен наноситься дополнительный урон каждых на 5 секунд в районе 6000. Вот, смотрите. Вот, видите, когда они подходят, получается, когда именно они подходят к башне. То есть они получают дополнительный урон. Не когда она атакует своим этим, а когда они именно подходят. То есть в таком случае я вам скажу, вот это вот фигня все. Вот именно круче всего все-таки. И скорее всего это не будет гарнизон на это влиять. Потому что, как видите, это не со скилла снимается, а с зоны действия. Как-то так. Ну я не могу просто понять. Давайте еще раз. Возможно, наоборот. Поехали еще разок тестим, смотрим.
Вот видите, они идут, но у них пока ничего не снимается. Вот достает башенка. Ну как-то непонятно. А вот ратуша уже, видите. Сейчас посмотрим, какая зона действия ратуши. Вот. То есть сама зона действия. Странно, почему башни так не работают. Ну, в общем, надо будет тестить вот такие вот скиллы. Я не знаю. Мне больше всего, конечно, заходит вот именно понижение характеристик. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Я думаю, что будет скоро увеличение еще дальше, возможно, хотя... Или скины на другие здания, кто его знает. Такой вот новый герой у нас. Так, поехали пробежимся, посмотрим, что там у нас сегодня по акциям. Так, понятно, тут они ничего не меняли. Ну, видите, да, разницу по сравнению с другими серверами тут, конечно, падает. Намного круче. Ну, я отсюда карты на архи достаю в основном. То есть этим мне локация, ну, вот именно эта акция и нравится. Здесь карты падают чаще всего. То есть за один круг, в принципе, одна карта идет. Ну вот, то, о чем я и говорил, ребят. Такс. Забираем плюшечки. Ну, такое по сравнению, конечно, с остальным это не плюшки, но мелочь, но приятно. Такс. Осколка вот тут у нас. Так, это двадцатка, мы ее оставим. Хорошо, с этим мы разобрались. Что еще есть? Бонус 110%, Winterfest, Kick-off Pack. Так, это понятно. Orbit, те же самые, Blossom. Ну, в принципе, больше ничего не поменялось. Открылся этот. Давайте сейчас качнем 750 тысяч силы. Кто там у меня следующий на прорыве? А, надо докачать. Вольтика до двадцаточки постараюсь вам запилить уже обзорчики на завтра, на выходные у вас будет куча топовых обзоров интересных героев. Думаю, кого это следующим качать. Ну, как видите, сила тут быстро качается. Ну, у меня героев уже прокачанных дофигища. Так, 315, ну, практически. Сейчас посмотрим, кого-то следующего начнем качать. Оп, двадцаточка.
873. Вот так вот. Так, и что у меня по героям? Так, Розалин, да, эти все закачанные уже. Следующим, кого следующим качать? Я даже, честно говоря, в раздумьях. Рогатка есть, Фрэнки. Можно попробовать Фрэнки на максималку сделать. Череп попросили. Ну, череп, честно скажу, я его особо часто не юзаю, поэтому не знаю, что делать. И Огника просили, и Хранителя просили. Ой, не Огника, а Некроса. Давайте ради интереса, наверное, Фрэнки качнем. Давайте Некроса, потом уже его. В общем, пишите в комментах, кого вы хотите. Я сейчас докачаю силушку уже до равной 750. А вы определяйтесь, кого вы хотите увидеть. Вот так вот, 750, ребят, тысяч, это просто жесть, это твин, которому 4 месяца. Что я могу сказать? Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.